Ребята, давайте посмотрим, какие любимые цвета у осени. Дальше, ребята, мы отправляемся в осень. Что можно одеть на себя в холодную дождливую погоду? Наряжайся всей семьей и прислай нам свои фото в комментарии. Ребят, какого цвета были листья весной и летом? Правильно, зеленый. А какие листья стали осенью? Посмотрите, осень разукрасила их желтыми, зелеными, красными цветами, ярко-оранжевыми. Осень – это любимое время года поэтов, музыкантов и художников. Давай пройдем по осеннему парку вдоль больших деревьев, скинувших золотую листву, поднимемся по лесенке, усыпанный как желтым теплым ковром, опавший листвой. А прогулявшись по парку, мы отправляемся в осенний лес. Осень золотая. Но посмотри, что перепутал художник. Трава зеленая, а вот кусты с хлопьями снега, весенние деревья тут появились. Так-так, непорядок. А ну-ка, осень, возвращайся к нам. Вот так-то лучше. Прекрасная пора грибов и ягод, пирогов с морковкой и капустой. Да, я осень люблю. Замечательно все же это время года.